Закрытое акционерное общество «Монолитстрой», основанное в 1978 году как специализированное управление нулевых работ в составе Брянского треста домостроения. За это время организация ввела в эксплуатацию множество объектов от жилых домов до масштабных спортивных сооружений, к которым, в частности, относится и спортивный комплекс в Володарском районе. К 17 сентября текущего года планируется сдать этот спортивный объект. Стоимость комплекса – 160 миллионов рублей, которые были выделены из областного и городского бюджета. Новый корпус общежития Брянского государственного университета также является результатом работы «Монолитстроя». Очень удобные, комфортные номера для проживания студентов. Стоит отметить, что общежитие рассчитано на 688 мест. Плюс к этому на первом этаже здания расположен Центр медицинской реабилитации студентов. Одним из важных для города объектов «Монолитстроя» является стадион «Динамо». По всем характеристикам этот объект не уступает аналогичным спортивным сооружениям, и многие близлежащие города могут нам только позавидовать. На месте старых деревянных трибун появились вот эти вот красавицы. На сегодняшний день стадион вмещает около 12 тысяч зрителей и по отзывам специалистов, наших футболистов, является одним из лучших в первой лиге среди тех городов, команды которых играют в первой лиге. Представители Брянской городской администрации высоко оценили работу «Монолитстроя». Смог создать и сохранить на протяжении вот этих сложных лет, организации уже более 30 лет, сохранить свой почерк, свой стиль работы. Стиль его заключается в том, что это прекрасный партнер. Посмотрели сегодня несколько объектов разной направленности. Это и спортивные объекты, и жилой фонд. Хочется отметить, что предприятие четко, качественно, в установленные сроки выполняет взятые на себя обязательства. Как не с такими предприятиями дальше идти по жизни и работать, сотрудничать на благо нашего родного города Брянска. Игорь Мирчук, Аристарх Никитин, события Брянск.